В наших прошлых видео мы рассказывали о том, как собрать, очистить и консолидировать данные. Результатом этой работы является набор эталонных данных, которые можно использовать для решения задач бизнеса. Инструменты AutoML в составе DataVera и KG Platform позволяют использовать машинное обучение для проверки гипотез, получения прогнозов и классификации данных. Одна из задач, где можно применить такой инструмент – предсказание оттока клиентов или churn prediction. Пусть наш заказчик – оператор связи, который построил эталонную базу контрагентов и хочет предсказать, какие из них могут расторгнуть договор в ближайшее время. В базе содержатся клиенты, которые уже расторгли договор. Сведения о них мы используем для обучения модели. Сначала нужно использовать конструктор для построения выборки данных. Начнем с класса «Персона», где хранятся клиенты – физические лица. Можно установить условия отбора, чтобы ограничить набор данных для обучения. Теперь отметим переключателями те свойства клиентов, которые могут коррелировать с их поведением. Некоторые важные свойства относятся не к персонам, а к договорам, поэтому мы присоединим класс «Договор» к нашей выборке. Для этого нужно выбрать свойство, которым договор связан с клиентом. Отметим переключателями свойства договора, которые нужно добавить в выборку. Для обучения могут быть важны и агрегированные значения, например, сумма платежей клиента. Присоединим к выборке класс «Платеж» и выберем, каким образом он связан с договором. Укажем, что размер платежа нужно просуммировать. Теперь нужно проверить, какие данные попадут в набор для обучения. Нажатие на кнопку «Запросить» извлекает образец данных. Это вектор признаков, которые будут использованы при обучении модели ML. Чтобы запустить поиск оптимальной модели, нажмем кнопку «Сформировать». Фреймворк AutoML перебирает различные варианты архитектуры модели, чтобы определить, какая из них лучше подойдет для нашего набора данных. По окончании процесса подбора мы увидим выбранный вариант модели и значение целевой метрики. Если это значение отвечает нашим ожиданиям, можно использовать построенную модель для продуктивных предсказаний. А если нет, построить новый вариант набора данных для обучения. В нашем примере специалисты телеком-оператора могут использовать предсказания модели, чтобы связаться с клиентами с высоким риском расторжения договора. Работа с ними позволит сократить отток клиентов и напрямую повлияет на экономические показатели компании. Наш пример показывает, как можно монетизировать консолидированные и качественные данные. Инструмент AutoML можно использовать для сегментации клиентов, формирования персональных маркетинговых предложений, выбора наиболее эффективного канала коммуникации с каждым клиентом, оценки рисков и решения других задач, важных для бизнеса. Важно, что работать с инструментом может бизнес-пользователь, а не специалист ML. Это позволяет бизнесу быстро и без лишних затрат проверять новые гипотезы и реализовывать удачные идеи. Мы будем рады обсудить ваши задачи и предложить способы их решения с помощью современных инструментов обработки данных.